Выставлять счет за голубое топливо будет «Газпром Межрегионгаз Самара», а за транспортировку, обслуживание оборудования СВГК и «Самарагаз». Соответствующая договоренность была достигнута между газовыми компаниями. Об этом сегодня на заседании губернской думы заявил глава региона Дмитрий Азаров. Напомним, губернатор обещал добиться решения проблемы до конца месяца на прошедшей в январе пресс-конференции. Правительство Самарской области продолжит работу над тем, чтобы платежный документ был единый.